Все были, пели хорошо, и мама пела хорошо, играла на гитаре. И я тоже старался выйти и что-то спеть. Мне давали конфетку, говорили: «Саша, помолчи, вот тебе шоколадка». И я всегда обижался на это, приходил к отцу и говорил: «Папа, ну нечестно, у всех голос есть, а у меня нет». Хотя всегда люблю петь. Вот. Он говорит: «Сын, не можешь петь, вырабатывай командный голос». Вот до сих пор и вырабатывает. «Ну давайте, маленький куплетик, для меня это история. Внуки запомнил. Ну вот давайте попробуем с вами. Я вам чуть-чуть подпою, а мы с вами». Волга широкая, стрелки далеко. Yeah.